Хей, йоу, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Dark Souls Remastered. Хорошо. В прошлой серии мы, короче, выбрались с южного порта нежити. Мы прискакали сюда. Нашли несколько шмоток, которые нам в дальнейшем потом пригодятся. Так, нам нужно что-то с вами сделать сегодня. Ну, мы улучшили флягу, да, с Экстусом. Нам нужно пойти в город. Поэтому погнали. Пока еще до него дойти нужно. Минус. Давай, давай, давай. Минус. Так, за мной, за мной. Блин, он с броней был. Можно твой щит? Гамнюк не хочет мне его давать. Так, почему приседает FPS? Дело это неясное. Ему придется ко мне спускаться. Ладно, я к нему поднимусь сам. Вот ненавижу вот этот проулок. Так, загрел того, все отлично. Так, давай, давай, давай. Падай. Я тут, я сзади. Минус. Так, отлично. Тихо, 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 тихо. Ладно, загрел и этого. Валюем. Почему вы падаете? Зачем? Вам что, нравится падать? Значит, вот давай ты. Готов. Нифига даже не падает с него. Жадный, фу. Единственный, с кого что-то выпало, и он упал в пропасть. Чего? Откуда тут... Вот я не помню. Даже в ремастере. Оттуда-то стреляют. Откуда? Откуда по мне палят с лука? Ладно. Побежали за кольцом. Душа пропавшего мертвеца. Так, пропавший мертвец. Крысы человечности не выпало. Но это было, в принципе, ожидаемое. Так, с этой стороны не открыть. Давайте, нежить. Я знаю, вы любите нападать втихаря. Да, приятель? Ах ты, гамнюк. Ты. Да, ты. Так, где-то я помню, здесь можно было упасть вниз. А можно ли отсюда? Можно. Так, человечность. Вот там костер горит. Обычный факел горит. Так, здесь слезть можно. Но, по сути, сюда мы должны были прийти потом. Хотя можно спуститься. Вон нежить. Вот туда мне нужно спрыгнуть будет. Давайте тогда с этими всеми разберемся. А, я понял. Минус. Тихоряне ждут, меня нападают. Так, где-то тут сундук, я помню, тоже был. Либо не было. Так, лута нету, значит, лут там наверху.
Так, друша. Душа пропавшего. Душа пропавшего. Вот, куда он? Он должен быть здесь. Куда он пропал? Что ты на меня налетаешь, ты, дурачок? Ты пытаешься меня? Воу. Западня все-таки была. Да, точно, тут же еще где-то место было с западней. Как мне вот тут достать, которая в окне торчит? Нравится мне это все. Давай, один на один. Поехали. Так, ты друга призвал? Беда. С ним справимся. Так, мусор. Полезная вещь. Помогает во всех стадиях игры. Вот как мне туда забраться? Как я мог туда попасть? Или мне нужно как-то осторожно спрыгнуть туда? Я отсюда ничего такого не вижу. Там есть вон проход куда-то туда вон. Вот что он там делает? И там прохода не было нигде, ни дверей, ничего. Что ты там делаешь? А, не понимаю я его. Так, в окно то тоже залезть нельзя. Странно. Ладно, погнали дальше. Так, туда я хотел постоянно перепрыгнуть, но у меня почему-то не получалось. И оно не получится. Здорово, дракоша. Минус дракоша. И у меня полная физзащита. Так, друзья там уже ждут. До хера друзей. Молодец. А ты да, там дальше стреляй, стой. По 3 тычки нужно давать гиене этой. Я понимаю, что я сейчас проштрафлюсь. Ну, ладно, отдохнем у костра. Повысим уровень свой. Мне нужно ловкость теперь повышать до 15. Принять. Окей. А зачем мне до 15? А для того, чтобы я смог пользоваться нашим орудием. Копьем. Так, стоять. Копье, где? Где оно? Вот, требование 15. Ничтожество. Так, тех нужно грохнуть, нужно где-то лук найти. А найдем мы его купя у торговца. Так, сзади еще один? Да нет. Так, копьеносцы херовы. Это у меня проход куда? Так, деревянный щит. Деревянный щит, что ты мне даешь? Так, щит. Он у меня побольше будет. Так,
Вытянутый деревянный щит украшает изображение белого дракона. Деревянный щит легче металлических, но хуже защиты от физического урона и не такой прочный. Ну, как я и говорил, да, херня. Так, и нам еще, кажется, да, что-то падало? Просто-ка, что нам падало? Ключ? Нет. Нет, мусор падал, вспомнил. Не имеет ценности. Мусор, бесполезный хлам. Какой нормальный человек будет таскать его с собой? Возможно, вам нужна помощь? Я просто коллекционирую предметы. С этими можно подраться. Давай, давай. Ребят. Ладно, давай с тобой. Твой напарник не хочет драться. И? Я даже не защищаюсь, смотри. А, ну извините, вдвоем атаковать, да, это прикольно. Стамина у меня не так много. Давай, надоел. Бум! И ты труп. Давай, теперь ты. Обещаю, буду защищаться щитом только. Поехали. Но. Тебе не время. Ты дурак. Вот. То есть. Ну. А где защита? Где защита мечом? Где отбивание? Или у меня... Не, физ... Не, там защита 100%. Это я точно видел. От физа. Так, ладно, осколок титанита. Блин, это важнейшая штука. Ладно. А где-то вон. Эй, приятель. Вот здесь, да, проход стоять? Это не тот проход немножко. Здорово. Well, now, что ж, похоже, ты понимаешь, кто чему верно. Значит, я радостью продам тебе свой товар. Я торгую за души. Все на продажу. Хорошо, что у тебя есть купить? Не, давай сначала поговорить. В последнее время здесь стало неспокойным. Под нами поселились ужасные козлиные головы, и наверху живут использованные драконы и демон-бык. Если ты здесь остановишься, то это место станет твоей могилой. А, я здесь не для болтовни. Мы говорим о деле, или говорим... Или не говорим вовсе. Ладно, купить товар. Что у тебя есть? Два куска. Следующее использование в максимальной осторожности. Использовать. А раньше у него не продавалась эта фигня. Засушенный палец. Штяк. Так, ключ от жилища. Мне нужно сейчас вот эти две вещи. Три вещи, быть точнее. Так, рапира, мечи, луки мне нужны. Тоже лук у тебя есть здесь? Продается? Продается. Так, продается. Косарь. Слишком много хочешь, чел. Сорян. Будем, короче, фармить потом на драконе и зарабатывать. Спасибо большое. В принципе, его можно грохнуть, но он полезный как по себе NPC. Ну, блин, лично для меня он полезен. Я могу у него покупать нормальные вещи. Ну, стрелы в основном. И бомбы. А, на одну тычку, челики. О! Ничего себе. Да не, не на одну. Давай, давай.
Так, сколько я всего так могу делать? Раз, два, три, четыре, пять. Пять, и потом я выдыхаюсь. Я хочу достать все вещи, которые есть в игре. То, что светится моё. А куда это я ползу? На крышу? На крышу. Так, метательные ножи. Так, на всякий случай. Оп. А, восстановили темники. Камнюки-то восстановились. Так, здесь, если не ошибаюсь, лежит арбалет. Арбалет, да. Тихо. Так, что, шлем воителя и юбка воителя. Тут один, ладно, давай. Ого. Скакун. Ну ты и скакун. Юбка. Как мне эту вещь достать, которая снизу, на балконе? Вы надоели. Так, ладно. Что мы тогда сейчас делаем? Купить я точно уже себе ничего такого не могу. Поэтому отдыхаем. Убиваем всех. А, вожечь мне нужно, точно. Поднять. Да. А почему теперь я могу выжигать? Вы не можете вожечь более без тайного обряда. А, то есть я могу только еще вот этот раз, да, последний вожечь, и все хорошо. Новый уровень не хватает. А ну встаем. По предметам у нас что новенького есть? Метательные ножи. Ножи можно метать на ограниченном расстоянии. По точности они сравнимы со стрелами, но позволяют легко и быстро атаковать. Нежить, которая не может атаковать с дистанции, пострадает... О, постарается сберечь несколько ножей. Так. Это было. А, осколки... Так, я ключ, да, взял? Ключ от жилища. Ключ от дома в городе нежити. Простые и... Так, и надежные замки защищают дома в городе нежити от непрошенных гостей. Ключ к ним не отличает разнообразие. Так что это открывает несколько домов. Ясненько. Так, легкий арбалет. Обычный арбалет, который используют солдаты. Луки занимают обе руки, а арбалет лишь одну. Но перезарядка занимает много времени. Необходимы болты. Понятно. Необходимы болты. Так, болты. Обычный болт, обычно использован с легким арбалетом. Зарядите эти снаряды, чтобы выстрелить из арбалета. Так, и здесь шмотки мне подали. Шлем полого воителя. Шлем полых воинов. Это старый и помятый металлический шлем. Совсем проржавел. Было бы разумно защитить голову от стрел и других физического урона с помощью прочного шлема. Так, юбка полого воителя. Юбка полых воителя такая поношенная, что вряд ли может пользоваться по назначению. Пользоваться. Доспехи полых воителей сделаны из толстой кожи, вытерты со временем. Да, это значит, мы все смотрели. Булочку. Тогда... Переключаемся. Бэкстепим. Бэкстепим. Так, а здесь сейчас нужно будет
Чего вы меня там закидываете, глуки? Подумать. Да, ладно, время нормально, побежали. Да, физзащита максималка. Секира выпала у нас. Давай, парниша. Да-да, колющие удары. Я в курсах. Блин, бэкстепы, конечно, делать прикольно, но парировать намного лучше. Вот что это было? Типа сохранение, но не сохранение. Так, ладно, прочтем. Секира. Тип оружия топор, тип атаки обычный. Обычная секира наносит обычный урон и эффективный в различных ситуациях. Позволяет наносить сокрушающие удары, но любое неверное движение оставляет воина незащищаемым. Поэтому нужно точно определить время для удара и расстояние до врага. Ну, такой, значит. Ни плюс, ни минус. Я раньше тебя убью. То сеть. Ну, привет. То сеть. Юбка Полова уже третья, замечу. За сегодня. Почему я не могу перепрыгнуть? Тут реально просто перелезть. Жаль. Так, сундук, цепь правильно лежит, это нормально. Черная огненная бомба. Бомбы мне нужно пойти покупить для стрельца. Ну да, вот этот козла, которого потом будем убивать. Наверху, если я не ошибаюсь, а я ошибаюсь, то, что мне нужно, поэтому нафиг оно мне надо. Давай, Ахся. Ахся. Эй, я не понял, почему он сделал так херню эту. Так, ты не успеваешь. Так, степен. Так, наверху, если я не добываю лучник. Ключ от жилища. Отмычка я бы мог открыть? Вопрос. Ладно, поехали наверх. Здорово. Чтобы мне больно потом не делал. О, я где-то душу заработал. Давай ко мне. По одному. Две колющие атаки. И ты труп. О, твой друг идет. А, это другой друг. Воу-воу-воу. Вопрос, откуда ты взялся? Ты что, оттуда пришел? Ты что, больной? Похоже, он больной. Ладно, побежали, тогда убьем его друга. Да нет, они там вдвоем. Куда ты идешь? Минус. Сразу двоих. Так, душа пропавшего. Сюда можно, в принципе, упасть, но здесь ничего ты не найдешь. Так, здесь будет темный рыцарь, я помню. Ладно, минус. Мне достаточно. Я помню, как я бежал быстро, очень быстро от этого рыцаря. То, что он, во-первых, жесткий. Я не знаю, на рыцаря пойти. Золотая смола.
Давайте я лучше воспью экспус. И буду бегать от него. Бегать, бегать. Тихо. Приятель, я понял. Все, до свидос. Давай. Пока. Все. О, он летит. Он просто за мной летит. Ага. Все. Мы достать тебе меня, все, отстань от меня. Иди вон. Вон иди. Только не говори, что вы теперь можете лазить. А вы не можете лазить. Ты гонишь? Пипец, если в этой серии, ну, в ремастере их научили лазить. Это будет жестко. Что он там застрял? Слышь? Уйди оттуда. По идее, он должен отстать был. А, он застрял. Я бы кстапить их не умею. Упасть и... Вот как он меня видит? Допустим, хорошо, представим, что я убежал. Но он же нет, он же ходит в этом же месте. О, все, начал ходить. Тихо, перекат! Ух, чуть без головы меня не лишил. Ууу, до свидос, я понял тебя. Тихо, наверх, блядь, быстрее. Воспьем экстуса. Так, две атаки он делает. Так, сюда. Отгоняем его просто. Зараза. Почему он бьет опять? Нет, я могу его гру... А он все равно, одна... кажется, этот. Одиночный. Давайте, короче, просто убьем его, да и все. Ты че, ты будешь типа вот так бить? Ты дурак? Раньше он хотя бы уходил отсюда. Опа. Соть. Да ну ты надоел. Ты не достанешь меня, чел. При каждом твоему попадании по мне, я буду пить эксус. Хотя он меня грохнуть может. Давай, раз атака. Два атака. Я понял. Давайте попытаемся защититься от его атак. Я понял. Хорошая идея была. О! Чел. Что-то пошло не так, да? Изи. Просто легчайший. И честно, я не думал то, что я его смогу вот так забэкстепить. Сколько? 4? 5 раз? Кольцо. Так, отличка. Колечко — это хороший предмет, за этим я сюда и пошел. Кольцо с синим камнем. Редкий самоцвет, на название слезным камням. Реагирует на приближение смерти. Этот синий...
Слезный камень из каротина усиливает защиту владельца, когда тот в опасности. И вот это колечко нам теперь нужно экипировать. Ништяк, все. Сумми у нас с вами получить. Ой, еще туда нужно пробежать. Но я не помню, есть там ли что-нибудь. Нету. Вот что мы с вами еще сможем сделать. Убьем тельца. У нас как раз время еще есть. Убьем тельца. Давай, ладно, вниз сюда. Я не хочу в закрытом помещении с тобой драться. Бэкстеп в спину. Нужно будет купить мне лук. С помощью лука я, во-первых, победю врага. Так, это мы открыли к нашему другу. Я могу пойти на босса, либо я могу пойти вниз. Вниз я потеряю точно души свои. Наверху не точно, но боя мне не сбежать. Ладно, воспил Эксус. Погнали. Пока он не появился, нужно залезть наверх. Давай, колющий удар. Нет. Так, воспеваем. Осколок титанита подбираем. И побежали. И нужно вспомнить, как вниз быстро спускаться. И где ты, телец? Вот мой мальчик. Давай, пичок. Ой-ой-ой-ой-ой, я вспомнил. Я не помню, сколько он атак делает только. Тихо-тихо, вставай. Пока. Все так было задумано. Знаете, нужно ему помахать ручкой на прощание. Пока-пока, ебаный в рот. Неудачник. Изи, ребят. Чувствую. Даже не спотело, знаете, такое чувство вообще. Просто легчайшее. Так, ладно, а теперь главное... О, тихо, там труп, вижу. Так, большая... Доп-друша. Друша-друша. Заперто. Здесь у нас славянский солнечник. Эх, прекрасное место, да, чел? О, здравствуй. По тебе сразу видно, что ты не из этих полых. Я Солар из Асторы. Поборник Повелителя Солнца. Став нежитью, я отправился в эти славные края, на родину Повелителя Гвина, чтобы отыскать свое собственное солнце. Тебе кажется это странным? Что ж, так оно и должно быть. Нет нужды скрывать свою реакцию. Я уже привык к вашим типам. Ха-ха-ха-ха. Так, я хочу с тобой поболтать. А, значит, я тебя не напугал. Если у тебя есть свободная минутка, выслушай мою предысторию. Окей, блин, почему я не могу?
По-моему, разумению наше Птакруда, может ли это быть простым совпадением в землях, где кишат полы? Ну как, что скажешь? Поможет друг другу в этом нелегком трансе? Ну давай. Я очень рад. Что ж, тогда возьми это. Мелок для знаков. Мы в загадочных краях среди странных существ. Самое время здесь течет по спирали, а герой из древних веков то появляется, то исчезает. Ткань бытия, истории, реальность неожиданно и туманны. Кто знает, сколько еще продолжится единство твоего мира. Но мы можем сказать одно, что мы призываем друг друга в виде духов, пересекая разные между мирами, и помогать друг другу. Конечно же, так поступает не мы одни. Но я воин солнца. Мой знак призыва легко найти по его сверкающей ауре. Не заметишь его, может лишь слепой. Ну, как-то и так. Здравствуй, я буду здесь любоваться солнышком. Ой, солнце великолепно светило, словно наш древний отец. Как бы я хотел быть столь же безупречно ярким. Великое солнце освещает закат. Так, а теперь у нас такая херня. Главное не лохануться. И просто бежать. Бежим. Вот сюда. Готово. Потом идем сюда. Спускаем лестни. Отлично. И готово. Теперь здесь нам нужно купить лук, отрубить хвост рептилоиду. Но это мы уже будем, знаете, с вами делать все в следующей серии. Ой, тихо. Зря я сюда поднялся. А сейчас мы спускаемся вниз. Еще нужно за кольцом Хавила пойти. Подождите. О, как-то спу... А, нужно... А ну-ка. Вниз. Да? Нет, тихо. А как тогда? Alt нажимать? Рано. Как мне получилось тогда? А, потом разберусь. Отдыхаем у костерка. Все, у нас фарм-машина есть. Дракона можно даже не убивать. Просто фармиться вот этой фарм-машине. Так, ладно. По уровню. Сразу вкачаю ловкость. Остальное души я оставлю. В следующей серии продолжим. Посмотрим статистику того меча. Я посмотрю, если что, вдруг в инете сразу. И прокачаем стату. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.